Всем здравствуйте! Сегодня у нас 25 мая 2024 год. Суббота. Одесса. И что вы знаете, мы идем на море. Пляж Лонжерон. Ну, что я вам хочу сказать. Ночь мы спали хорошо, тихо. Нас никто не беспокоил. Ну, немножко поздним вечером немножко была... Было пару воздушных тревог, таких коротких. И все. Со светом опять сегодня написали, что сегодня же суббота, что ну, вечером буду только отключать, якобы. Но если будет хорошая погода солнечная, могут и не отключать. Это видно из-за солнечных батарей, да? Или как? Не знаю, честно, не понимаю. Но я так поняла, что я читала, что если солнечная погода, то работают вот эти электробатареи, и за счет этого они не выключают свет людям. Сколько же их надо? На... Ну, есть же, сделали целую уж плантацию этих установок. На Одессу это вообще не надо. Ну, есть? Да. Ради бога. Спасибо им. Да. Что у нас в Одессе? Ой, что вы знаете? Открылись вчера Итака и Ибица в Аркадии. Уже был такой полный аншлаг там. Ну и не обошлось без драки в самой Аркадии гражданских, среди, между гражданскими и военными. Было столько людей, я выложила видео на нашем канале Telegram «Одесские прогулки», ссылка на название я выставляю под каждым видео. Так там именно в самой Аркадии, не в клубах. Очень много молодых людей, очень много полицейских с собаками и военных. В общем, такая драка была. По какому поводу, мы не знаем. И мы не знаем, это ТЦК или это военные просто отдыхали. В общем, не знаем. Больше информации потом будет. И я выложу в Телеграм. Да. А еще такая информация прошла, что Одесса сейчас на 5-м месте по авариям, автоавариям. С травмами и смертельными случаями. Исхода. Да, и вот буквально вчера, ну это авария, конечно, не авто, но все равно на детской площадке на электросамокате девочка 16 лет ехала и сбила ребенка 6-летнего. Девочка в больнице с черепно-мозговой. Девочка или ребенок? Ну, ребенок, девочка, 6 лет, который. А, ты говоришь, девочка с 16 лет сидела нам на... 16 лет сбила ребенка 6-летнего. Это тоже была девочка 6-летняя. Что? Да. Вот теперь я... Да. Девочка с тяжелыми травмами головного мозга. И ножка поломана, еще что-то, очень много травм. И также еще вчера вот... Информация прошла, что на трассе здоровья столкнулись два велосипедиста электро. Электровелосипеды? Да, да. Мальчик 14 лет и молодой человек 23 года. И мальчик серьезно тоже пострадал. Тоже черепно-мозговая травма. В общем, какой-то трэш. Да. Что еще у нас в Одессе? А, знаете что? Мы вчера шли, когда по Пушкинской. Там же много платанов растет вдоль всей Пушкинской. Так что вы знаете? Весь вся Пушкинская усыпана листьями от платанов, сухими. Да. И уже, ну, это заметили местные власти. Они стали говорить, что будут разбираться, потому что не знают, что это. Или болезнь какая-то деревьев. Или же что-то другое. Ну, в общем, ну, не знаю. Жуткое вообще. Да, только зелень и вся улица, вот буквально вся усыпана листьями, машины. Вот мы шли, мы прям были в шоке, честно говоря. Да, такое. Так вот сейчас мы шли, то же самое. Да, тоже. Где платаны? Листья. Листья. Просто где они единичные, как бы так...
Это не сильно бросается в глаз. А шелковицу? А, уже сыпет. Да. Слушайте, это же еще рано, сейчас же только май. Шелковица уже, она еще не успела даже полностью созреть, и уже сыпется шелковица по всему городу. Тоже. Ну, такие какие-то, да. Что-то, конечно, говорят же, что экология нарушена. Вчера мы смотрели видео, как столько людей на пляже. Это пятница вчера была. Что же будет сегодня в субботу, да? Угу. Да, ну, честно говоря, мы не решились одеться. Мы только с голыми руками, но шорты мы не одели. Мы в брюках, да, Игорь? Да. Ну, в джинсах. Потому что сегодня, честно говоря, прохладнее, чем вчера. Да. И вчера был небольшой дождь. Вечером. Да, с грозой. Была гроза. И немножко так похолодало, и ветер был сильный. Ну и с утра тоже сегодня ветер, да, сильный ветер. Был, да, сейчас утихло и стало потеплее, но все равно, если ветерок так немножко некомфортно. Вот смотри, здесь платан, и листья тоже сброшены. О, давай покажем. Вот, вот на дороге сейчас. Ну там машина же, что мы будем замуж. Смотрите, видите листья? Да. Нам... Ну мы пойдем, да. Я покажу листья. Именно платан. Да, именно платан, вот. Да, видите. Ну, мы не пойдем по нашей любимой улице. Мы пойдем по здесь. Как мы будем спускаться, мы показывать не будем. Мы уже встретимся у моря. Ой, сколько людей. Смотри, люди. И купаются, и загорают. Эти туда идут. И в кафе сидят. А море неспокойное. О, смотри, сколько пляжа забрало. Как ты любишь, можно идти по мокрому песку. Посмотрите, что творится. И это и утро еще. Поняли? Это через час здесь вообще нигде не будет места. Посмотри, какие волны. Ой. Но я хочу здесь волны посмотреть. Здесь лучше видно. Сильнее волны здесь. Да. Так что, разуваться не будем? Я не хочу, ты. Хорошо. Не кричи на меня. Вот мы так и делаем. Я же сказала, как ты любишь, идти по мокрому песку. Но волны приличные, купаться в такие волны, даже можно сказать, опасно. Это получается ночью было, да? Ой. Вот это так намыло. Смотрите, какой мокрый песок и сколько забрало пляжа. Ты же хотел по мокрому идти. Ну, ну почему нет? Мы не рискнули взять купальники, честно говорю. Не, ну в такие волны, я не знаю, мне кажется, опасно, да? Смотрите. Для начала оно, ты видишь, какого цвета вода? Да, темно. Сейчас поближе подойдем, увидим водоросли. Здесь можно пройти. Но там лужа опять. Ну обойдем лужу. Нельзя. Что вы знаете еще в Одессе? Всего 27 фонтанов
Сейчас работает 15 и откроет на днях еще 2 фонтана. Один в Полирояле, один на Крымском бульваре. Больше открывать в этом году фонтанов не будут. Такие волны рыбку не половишь, да? Рыбаков нет. Да, рыбаков нет. Ой, девчонки снимаются, смеются. Ну, не холодно, вы знаете, очень комфортно возле моря. Очень комфортно. Приятный такой бриз, можно сказать. Вообще за детьми надо смотреть очень внимательно. Такую, смотри, то нырки полетели, да? Смотри, так низко, 4 нырка. Глаз до глаз за детьми. Где родители? Сказали, что вроде бы вода 19-20 градусов. Это слишком много. Да, 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 мне тоже кажется. Может быть 17-19. О, брызги аж на меня попадают. На тебя что-то попало? На меня попало. Смотрите. Да. Ой, там брызги, да, сейчас опять. От пирс волна бьет. Нет, просто там была сильная волна. Вот. Вот они ветром. Смотри, сколько пены, какая пена. Вот мы дошли до плит. Это вот сейчас пианино стоит, оно закрыто. Каждое утро молодой человек приходит. Его зовут Игорь, кстати. Дерево поставили. Да, я же тебе рассказывала. Здесь сделали такую культурную зону, музыкальную зону отдыха. Это платан. Это платан, как ты видишь. Да. Такой маленький, в горшке. Да. В коробе. Лонжерон, шары. Мы прошли мимо. Шары не показали. Видите, уже поставили шезлонги. Ой, как хорошо на море. И пахнет. Пахнет морем. Ой, как хорошо. Ну, вот это обычно мы здесь раньше сидели. Да, Игорь Сергеевич? Да, когда была лестница. Да, сюда приходило много наших знакомых. Мы все с ними встречались. До войны. Да, до войны. Сейчас уже... Кто где? Кто где, да. Сейчас лонжерон очень популярен стал.
Во-первых, очень многие узнали, услышали за как играет молодой человек. Это всегда интересно. Он играет утром и по субботам и воскресеньям в 4 часа. А так обычно по утрам и вечером приходят люди встречать рассвет. И очень много здесь людей. И очень много случаев было, когда молодые люди здесь делали предложения своим любимым. Или... Вон дедушка на инвалидном кресле. Ловит рыбу? Да. А, ну так можно там подойти. А там же тоже был какой-то арт-объект, кстати. А, его убрали. Там тоже что-то было. Помнишь, мы снимали? Ну, а здесь пройдем, а там поднимемся наверх. Или нет? Или пойдем через кафе? Как скажешь. Ох, как хорошо. Чтоб вы знали, как классно. Пойдем через кафе пройдем. Там не хочется мне стать мокрой в ноги, да? Здесь очень приятно сидеть, можно посидеть. Многие просто сидят, не обязательно что-то заказывать. Здесь часто сидят, играют в нарды, в шахматы, в карты. Видите, для велосипедов есть место. Ну и, конечно, кава такая небольшая. Кавярня. Да. Да, сейчас ресторан, безусловно. Очень здорово. Ну, наверное, мы будем заканчивать, да? Да. О, фонтан включили. Давай. Здесь. Сейчас уже тогда подойдем к фонтану. Видите, как цветами украсили. Заходите на наш канал Телеграм, «Одесские прогулки». Я там выставляю и другие видео, не только новости, но и прогулки. Посмотрите, как ухаживают, как делают клумбы. Ой, как хорошо. Фонтан. Дети любят это место. Мы тоже любим. Будьте нам здоровы, берегите себя, берегите своих близких. И пусть у всех наступит завтра.